розами затарились. Идем непосредственно в холодильник, где все остальное. Здравствуйте. Розочки забрала, спасибо, что отложили. Очень приятно, когда звонишь заранее, приезжаешь, и у тебя отложенный товар. Такое бывает. Потому что бывает, что не отложенный товар. И ты начинаешь галопом по Европе. Та-дам! Как из вот этого разнообразия выбрать то, что тебе надо, и не ухватить то, что тебе не надо? Да никак. Обязательно что-нибудь да ухватишь, то, что тебе вообще не надо. И то, что стоит бешеные бабки. И то, что ты можешь не продать. Вот, поэтому, ну что, я истинная женщина. Обязательно что-нибудь сейчас да ухвачу. То, что вообще не надо. Ромашки. Эвстома. Я люблю Эвстому за ее разнообразие в цветовых тонах. Видите, какая? Вот хамелациум во всей красе. Что это такое? Я вообще обожаю хамелациум. Это цветочки, похожие на вишенку в цвету. И они пахнут хвоей. Ну, очень вкусно пахнут. Я их обожаю. Очень красиво выглядят цветы Бавардии, но я их не беру. Потому, почему? Потому что они не стоят. Вот так вот они выглядят, они прям вот. Но брать их не стоят они этих денег, а стоят они в закупе, они стоят что-то 60 рублей или 80 ветка. И стоят хреновенько. Ну что, львиный зев. Я люблю фрезию. Да, она пахнет ванилью. Прям классно-классно. Вот когда мне нужны были ягодки, их не было. А сейчас, пожалуйста, бери, не хочу. Вот они, ягодки. Спасибо вам. Мне не на Новый год нужны были, а их не было. Кал. В общем, на базе привоза не было, на самом деле. Хорошо, что я вчера заказала. Потому что сегодня я бы, конечно... Ранункулсы. Видите, какие они неряшливые вживую. Это еще сорт аккуратненький. Сейчас гляну, может, еще будет какой-то сорт, чтобы показать. Прям страшненькие. И без листвы нормально. А я все думаю, посмотрите, листва какая у ранункулсов. Никакая. Листва. Какая-какая? Никакая. Что у нас тут? Гвоздики, подсолнухи, лето, ах, лето. Господи, кто-нибудь смотрит меня, наверное, я думаю, сумасшедшая женщина. А вот фрезия, кстати, фрезия в ассортименте. Ой, иду к тюльпашкам. А, ну гиацинты, кстати, покажу вам. Та-дам! Ассорти. Какую хочешь, такую берешь. Хочешь белый, хочешь красный. Ой, есть вот еще упаковка ранункулусов розовенькая. Такие хорошенькие, такие няшечки. И видите как? У них серединка в глубине. То есть, это я к тому, что вы еще не знаете. МК, которую я сняла бесплатной, да? По ранункулусам. А я два сделала вот так, как они вживую идут, да, что серединка в глубине. А один сделала, серединку подняла. И все-таки вот вживую они в глубине. Так что я делала правильно. Тюльпаны. Боже, какие они классные. Сейчас покажу этот сорт. Этот сорт не очень хорошо стоит, на самом деле. Смотрите, какие они. И они так классно хрустят. Хочу весну. Хотя знаете, какую весну? Хочу 10 марта. Когда закончится дурдом по 8 марта.
покажу вам еще упаковочку одну цветов тюльпанов. Классные. Да, на базе нет цветов. Сантини. Сантини замещает хризантему. Это сорт, выведенный непосредственно из хризантем. Ирисы. Солидага, которая на Украине растет в грядках, в полях, где угодно. Здесь она продается. Я не беру солидагу, мне не нравится ее запах. Ну что, на базе пусто. Я заканчиваю свой обзор. А, сейчас эти розы покажу. Пионовидные. Которые, кстати, это Светлана Копцева делает. Сейчас подвижу возьму. Вот так выглядят они в жизни. Я бы сказала, что у Светланы Копцевой эти розы выглядят красивее. Наши цветы выглядят, ростовые, выглядят лучше, чем настоящие. Ой, а розы шоколад показать? Завидуйте мне. Та-дам! Они действительно шоколадные. Господи, как неудобно. Прям вот, я ее прям мну. Это прям шоколад. И запах от них невероятный. У меня клиент спрашивает, можно их кушать? Да можно, конечно, я не советую. Роза синяя. Синий, иней. Лег на провода. Роза черная. Ну, она прям черная-черная. Прям классная-классная. Ой, ну что, господи, я тут не буду забирать ваше время. Если действительно понравится гулять со мной по базе, делать закупки, то я, конечно же, могу в следующий раз что-нибудь еще поснимать. Когда приехать, когда привоз, а не когда мне надо цветы. Потому что когда привоз, то тут, конечно, ассортимент зашкаливает. Кустовая роза. Кстати, никто не делал ростовую кустовую розу. Никто не задумывался над этим вопросом. Может, мы ее забубеним с вами? А чё нет? Ваш мастер пакета. Утренний релакс.